просто тащусь. Хотим медальки и решили выиграть. Красный октябрь, как бы это. Какие-то мячи феноменальные залетали. Полный цикл подготовки РФБТВ. В эфире программы «Здесь баскетбол». Мы находимся на финальном этапе первенства России среди юношей 2003 года рождения. Это заключительный игровой день, в котором 4 команды разыграют призовые места. За бронзу поборются «Москва-3» и «Санкт-Петербург-1», а в финале встретятся «Краснодарский край» и «Москва-1». Смотрим! Возрасте. Что творится в голове молодого спортсмена? Конечно, помню. И столько много таких хороших впечатлений, столько много побед на разных как раз уровнях, там 14, 15, 16 лет. И, конечно, это такое первое серьезное соревнование на уровне чемпионата России. Да? Конечно, очень приятно в такой атмосфере находиться и пробовать проявить себя. Накал страстей в матче за бронзу, кажется, достиг своего пика. Четвертую четверть команды начинают почти с равным счетом. Плюс один ведет Санкт-Петербург, один. Посмотрим, что ответит Москва. Что вы такое придумали в четвертой четверти, что у вас резко пошло? Да просто как-то собрались, решили, что хотим медальки и решили выиграть. Была домашняя заготовка, меняли защиту, то лично, то зонно, побежали в быстрый отрыв, забили. Наступает время финала. История первенств помнит, насколько напряженной была встреча этих команд в прошлом году. Тогда «Москва-1» не пустила в финал «Краснодарский край», и тем пришлось довольствоваться только бронзой турнира. Интересно, как сложится этот поединок год спустя. Сейчас, что мы смотрим продолжение прошлогодней игры этих команд. Насколько сильно они за год изменились? На самом деле обе команды достаточно сильно прибавили, это очевидно, потому что они стали на год старше. Но в «Локомотиве» есть некие новые люди, в составе «Москвы» тоже чуть-чуть изменился состав. Судя по всему, у «Локомотива» была чуть полегче сетка, и у них как раз было меньше сопротивления, у «Москвы» было больше напряженных игр, и поэтому «Москве» было легче втянуться в такое напряженное противостояние с первой же четверти. Мы видим, во второй четверти «Краснодар» чуть подтянулся и уже вот втягивается именно в этот поединок. Прибавили ребята и в мастерстве, и скорости выросли, физика. Здорово, это приятно наблюдать, это как бы вот этот рост, это вот тот самый кайф, от которого я лично просто тащусь. Акрамов Олег, если брать, раскрылся как снайпер. Ярослав Нягу начинает потихоньку пользоваться своим вот этим преимуществом в росте, в физике. Появились новые люди в том же «Локомотиве», в Краснодарском крае, Шиянов, Даниил. Тоже совершенно незаурядные физические данные из Челябинской области, спортсмен. Первый человек, который открыто хвалит конкретных людей.
к этому отношусь немножко по-другому. Я считаю, что в жизни есть, как говорят, огонь, воду и медные трубы. Вот медные трубы очень важны, и поэтому пусть лучше здесь сейчас, может быть, даже кто-то нос задерет, зазнается, но они смогут через это пройти, дай бог, и в клубах родители подскажут, что так делать не стоит, но они через это тоже вырастут. Удалось забыть прошлый сезон. Мы проработали, ну, много работали, чтобы сыграть лучше. Мы нашли среди болельщиков твоего фаната. Смотри, что он сделал. Он написал... Согласен с формулировкой? Ну, на самом деле, я не всегда очень много трехочковых забиваю, по две, по три, но четыре – это мой рекорд за карьеру, если честно, в одной игре. Но... Тебя сегодня окрылило так. На самом деле, отсутствие эмоций. Мне было очень легко играть, я чувствовал расслабленность, и на меня ничто не давило практически, реально. Я просто делал то, что умею, но, может быть, чуть больше, чем умею. И как бы попадания с дистанции, они меня заводили, и уже какие-то мячи феноменальные залетали в кольцо, если честно, которых я, ну, сам не ожидал, что они забьются. Очень приятно, что мы смогли снова отстоять титул наш. Заметила, вы так отстраненно наблюдали за церемонией награждения, как будто не верили, что сделали, так? Нет, ну просто эмоции, да, вот знаете, когда силы кончаются, и эмоции, просто все, вот так вот. Можно сказать, что вы здесь немножко испытали в боевых условиях кандидатов в сборную Ю-16? Ну, конечно, да, сейчас очень ясно есть понимание по этому турниру, потому что их здесь было очень много, мы их уже просмотрели больше 30 человек, и сейчас уже понятно, кто готов и будет помогать на Европе, а кто так? Ну, это вот была иллюзия, да, что он хороший, классный, просто была иллюзия. Здесь все встало на свои места, и по людям понимание есть. Если ваша игра не похожа на эту, не зовите меня на баскетбол. Пожалуй, более точные характеристики сегодняшнему финалу и придумать сложно. Хотя впереди нас ожидает еще 6 не менее интригующих финальных этапов, которые в этом сезоне пройдут при поддержке компании «Сибур». Поэтому до встречи на паркете. Пока-пока.